любовь актрисы Сумако. По мотивам романа Хидео Осаде. Автор сценария Йосикате Йода. В фильме снимались Кинуйо Танака, Соя Мамура, Кикуи Мори, Кёко Асагири, Кеко Хигасияма и другие. Режиссер Кензи Мидзагути. На протяжении всей жизни человек разрывается между совестью и суровой действительностью. Смело идти на отчаянную борьбу и есть один из аспектов современной драматургии Ибсена. Яркий пример тому — сцена в драме «Привидение», когда Нора уходит с криком: «Свершилось чудо!», а Освальд кричит: «Солнце!». Здесь мы видим потерянную душу, которая мечется перед неизвестностью будущего. Однако драмы Ибсена не имеют конца и не дают решения проблеме. И все же, я считаю, хоть наша жизнь и полна трудностей, но если мы будем от них бегать, если мы потеряем последнюю надежду, если мы опустим руки и будем просто жить, бездумно следуя установленным кем-то нормам и правилам, то это будет самообман. Жизнь полна противоречий, но тот, кто живет честно, по совести и не лукавит с другими и с самим собой, тот сможет прожить свободную и по-настоящему счастливую жизнь. Только тогда можно будет говорить о настоящем искусстве, и мы должны придерживаться истинной морали. Наша жизнь, по сути, страдание. Мне 42 года, и я стараюсь вести честную жизнь. Пожалуй, на сегодня это все. Господин Симамура, добро пожаловать. Добрый день. Мы вас ждали. Твой ядовитый огонь стремителен, как мысль. Огромный язык пламени сжигает мои седые волосы. Симамура, вчера ко мне заходили ученики. Они к тебе прислушиваются. Будь смелее. Не стесняйся. Попробуй поставить прогрессивную пьесу. У тебя получится. Ты не только учитель, ты еще и актер. Семья жены приняла тебя и стала гораздо либеральнее. Собрание пройдет в доме господина Цуботти.
Я одобряю постановку по пьесе Ибсена «Кукольный дом». Я считаю, что нам обязательно надо ее поставить. А я считаю, что зритель не готов воспринимать такой материал. Лучше поставим Шекспира. Его тоже сложно донести до зрителя. Это не лучший выбор. Не соглашусь с вами, господин Канеко. Люди должны это увидеть, иначе наши попытки основать современный театр тщетны. Наше общество восстает против традиций театра кабуки и хочет создать новый национальный театр. Что ж, пусть Асанай ставит Ибсена. Я хочу поставить Матерлинга и Ибсена. Я хочу поднять на сцене вопрос свободы личности, поделиться европейскими либеральными настроениями. Это поможет нам расширить понимание современного театра у зрителей. Не возражаю. Конечно, нам нужно познакомить Японию с Ибсеном. Но в последнее время меня мучают сомнения, ведь театр должен дарить людям радость, и только так. Но это лишь мое частное мнение. Не я руковожу нашим обществом. Чтобы вы все здесь не говорили, давайте все-таки сделаем закрытую постановку этого спектакля. Симамура, что скажешь? Вы разрешаете, да? Давайте ее сыграем. А кто будет играть главную женскую роль? Кого возьмем на роль Норы? Что вы думаете, друзья? У нас ведь нет подходящей актрисы. Я хотел бы узнать ваше мнение об этом. Что скажете на это? Дой. Не хочешь сыграть женскую роль? Это исказит восприятие пьесы. Надо подумать. Я подумаю. Нет, я не вернусь домой. Ты меня больше не увидишь. Уходи с глаз моих прочь. Говорю же тебе, оставь меня. Я что тебе сказала? Успокойся. Уходи. Я непонятно говорю? Брось. Что тут творится? Я тебе задам. Успокойтесь. Вот тебе. Совсем с ума сошла? А вот еще. Вот тебе. Что вы расшумелись? Это совсем распоясалось. Это? Ты как со мной разговариваешь? Ты мне больше не муж. Что он натворил? Прошу, успокойся. Я буду ждать твоего возвращения. Все будет в порядке. Я никогда не вернусь. Выслушайте ее. Мне ужасно неловко. Почему? Долго объяснять. Прошу прощения. Что произошло между вами? Я его бросила. И поселилась неподалеку. А он за мной проследил. Это так низко. Прошу вас, расскажите мне обо всем. Садитесь. Я уже была замужем до встречи с ним. За владельцем ресторана в Тибе. Но он был бабник. Я не могла ему оставить детей. Потом он оформил развод. Я проклинала все, на чем свет стоит. Хотела покончить с собой. Потом я встретила этого человека. Я вышла за него замуж. Мне так хотелось быть счастливой.
Но результат этого брака вы видите сами. На вид он порядочный человек и любит вас. Он меня совершенно не понимает. Я стала актрисой по его прихоти. Я много работала, чтобы стать хорошей актрисой. А он начал обижаться, что я не уделяю ему внимания. Если я что-то делаю, то с полной самоотдачей. Вам не уговорить меня вернуться. Я хочу жить полной жизнью. Я дома. С возвращением. Как дела в музыкальной академии? Сочиняете? Отец, здесь господин Намакура. Намакура? Кто там? Это я. Заметил? Он никогда не приходил домой в столь хорошем настроении. Это точно. Я нашел актрису на роль Норы. И кто это? Мацуи, Сумако. Ты уверен? Совершенно. Она Нора. Она очень чувственная. Я вне себя от радости. Не надо ставить эту пьесу. В ней женщина уходит из своего дома. Это проявление эгоизма. Представьте, что я вышла замуж за вашего родственника. Что бы вы сделали, если бы я поступила точно так же, как она? В Японии не принято уходить из дома мужа. Подумайте о последствиях этого спектакля. Какой пример вы дадите зрителям? Но он же актер, человек, который только произносит слова. Несмотря на обстоятельства, наложенные господином Цуботи, я хотела бы, чтобы господин Симамура был учителем. Актеры ведь имеют право выбирать, какую пьесу им ставить. Похоже, что... Вы должны отнестись к этому с большим пониманием. Вы ведь его спутница жизни. Я не так умна, как вам кажется. Может, я его не совсем правильно понимаю, но я всегда беспокоюсь о нем. Симамура — великий литературный критик. Он играет важную роль как лидер движения натурализма. Перед вами стоит сложная задача. Не дайте ему превратиться в обычного главу семейства. Вы уж простите меня за прямоту. Но я искренне этого желаю. Встреча Харуко с поклонником состоится 15 числа. Не забудь об этом. Благодарю за гостеприимство. Что ты делаешь? Я снимаю кукольное платье. Нет, не надо, не снимай. Не стоит. Это ведь был сарказм. Да, но она загнана в угол. И она становится все холоднее. Она взволнована, но внешне холодна. Давайте еще раз. Как скажете. Я снимаю кукольное платье. Нет, нет, эта пара совершенно разбита. Попробуйте еще раз. Я снимаю кукольное платье. Не так. Я снимаю кукольное платье. Повторите это с явным презрением. Я снимаю кукольное платье. Звучит неискренне. Героиня не может справиться со своими чувствами. Соберите бурю эмоций внутри себя и выплесните ее, как большую волну.
Мне нужны скалы, о которые разобьется эта волна. Исходите из этого состояния, героини, и у вас получится. Давайте, попробуйте. Поняла. Повторите свою реплику. Простите за неудобство. Что ты делаешь? Я снимаю кукольное платье. Еще раз. Что ты делаешь? Я снимаю кукольное платье. Еще раз. Я снимаю кукольное платье. Еще. Я снимаю кукольное платье. Еще. Не думаю, что ты могла забыть. Теперь ты знаешь. Вы должны учить меня до последнего. Вы ведь будете? Будете? Хорошо, хорошо. Сегодня и завтра думайте лишь обо мне. И не вскрывайте почту. Ничего не читайте, пока я не закончу. Боишься почтового ящика? Что? Нет. Не уходите. Вы слишком добры к ней. Она еще ребенок. Пусть делает, что хочет. Начиная с завтрашнего дня. Вы будете свободны. Госпожа, ужин подан. Стойте. Может, надо... Вам не хватает эмоций, отчаяния и сомнений. Удастся ли его вернуть? Господин Субботи, что вы думаете? Ну что ж. Давайте, я повторю. Давайте закончим на сегодня. Вы наверняка устали. Спокойной ночи. Пойдемте. Но я совсем не устала. Господин Дой, давайте повторим. У вас еще столько энергии. А я совсем вымотался. Слабый вы человек. Учитель, скажите. Что еще? Скажите, что все было хорошо, а то я не засну. Бедняга Симамура. Все было хорошо. Все было хорошо, все было хорошо. Спасибо всем за работу. До завтра. Вы сказали, чтобы я представила себя волной и разбилась о скалу. Наверное, мне нужна такая скала, как вы. Скала, которую я, словно волна, могла бы разбиться. Хорошо, попробуйте представить это так. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Волны и скалы. Кристина, я так счастлива. Это прекрасная идея. Наступает весна. И будет яркое синее небо. Я снова увижу океан. Пропускать вот так встречу невежливо.
Мы репетировали. Все эти смотрины – пережитки прошлого. Ненавижу формальности. Как можно судить о человеке, которого видели всего раз? Харико ведь сама может с ним встретиться. А если они какую-нибудь глупость сделают? Если они оба согласны, то пусть. Мы же несем за нее ответственность. Я хочу, чтобы она вышла замуж только по любви. Иначе жизнь себе испортит. Странный ты стал. Что такое? Осторожнее, не то будет вульгарно. Хорошо. Это должна быть настоящая свадьба. Прощай. Хорошо, но слишком печально. В твоих словах должен быть лучик надежды, вера в чудо. Давай еще раз. Мы сможем измениться. Мы совсем стали чужими. Я не верю в чудеса. А я верю. Мы можем все преодолеть. Это должна быть настоящая свадьба. Прощай. Давайте еще раз. Как скажете. Давайте еще раз. Это должна быть настоящая свадьба. Прощай. Она хороша. Сумако Мацуи, да? Между нами глубокая пропасть. Но, Нора, разве мы не можем ее преодолеть? Я не могу быть твоей женой. Все дело во мне. Ты уходишь? Нет, Нора. Я не мыслю без тебя своей жизни. Если есть причина, произойти может все, что угодно. Она великолепна. Из нее вышла прекрасная Нора. Нора, подожди хотя бы до завтра. И ночевать в доме у незнакомца? Мы можем жить, как брат и сестра. Так не может продолжаться вечно. Прощай. Вот твое кольцо. Даже так? Прости. Все и впрямь кончено. Все кончено. Нора, ты говоришь, что вспоминать меня не хочешь? Это должен был быть настоящий брак. Нет. Прощай. Сумако восхитительно. Чудо. Мне поможет лишь чудо. Чудо. Спасибо за игру, господин Дой. И вам спасибо. Вы прекрасный актер. Как все прошло? Замечательно. Вы молодец. Родилась новая звезда. Вы так считаете? Отличная игра. Восхитительно. Вы меня глубоко тронули. Это настоящий успех. Это Асада, писатель. Он вами восхищен. Ваша пылкость поражает. Страсти на сцене так накалились. Меня немного лихорадило.
У вас такая же сильная игра, как у Саданзи. Мы сможем поставить любую пьесу. Сумак, вы теперь звезда. Давайте это отпразднуем. Да, конечно, это надо отметить. Я в жизни не была так счастлива. Мы поставим еще одну пьесу. Отлично. Я совсем справлюсь, поверьте. Теперь мы вас никуда не отпустим. А я от вас никуда и не уйду. Разговариваем как влюбленные. Я не имела в виду ничего такого. Не смущайтесь. Сумасшествие теперь неминуемо. Вот так. Что-то я утомился. Спокойной ночи. Он меня так смутил. Я хотела спросить, о чем будет ваша новая постановка? О девушке Магде, чей отец строгий военный. Не хотите зайти и поговорить о Магде? С радостью. Прошу. Проходите. Спасибо. Извините. Не было времени прибраться. Такой беспорядок. Тут у вас еда. Не смотрите, я сейчас уберу. У вас уютно. Давайте вашу одежду. Расскажите мне еще о пьесе. Хорошо. Пьеса очень интересная. Жителям деревни достается от Магды. Дело в том, что она живет двойной жизнью. Извините. Там есть вот такая реплика. Я спою и покорю всех. Я подчиню всех жителей деревни своей воле. Вот так я сплю. Она напоминает мне меня. Я чувствовала то же самое, когда только начинала. Прошу. Спасибо. Скажи мне, Мацуи. Мацуи. Нет, вы, я, мы не можем. Все равно жизнь – разрушение. Лучше покориться судьбе. С тобой я наконец-то вновь почувствовал себя счастливым. Мое искусство, мое «я» живы благодаря тебе. Вода такая прозрачная. Можно разглядеть рыбу. Вот, взгляни. Ты что-то написал? Да. Для кого ты, кто предназначен тебе, ты собираешь гвоздики. Пылающее золото и синий лед. Вот мое сокровище. Квен
Пылающее золото и синий лед. Вот мое сокровище. В Киото очень красиво осенью. Я бы сделал здесь постановку весной. Магда привлекает зрителей. Вот они где. Это будет проблематично. Я люблю его. Что в этом дурного? Не кричи. Пусть слышит, мне все равно. К тому же ты сам начал этот разговор. Поосторожнее с чувствами. Мы все завидуем. Мне все равно. Я буду делать то, что пожелаю, и мне не важно чужое мнение. Отец, мама. 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 С возвращением. Дома все хорошо? Нет, не все. Что случилось? Спроси свою мать. Я вернулся. С возвращением. Ходят слухи. Это правда? То, что говорят про тебя и ту актрису. Зачем тебе это? Если ты чем-то недоволен, скажи. Только не поступай так низко. Что скажешь в свое оправдание? Ничего бы не случилось, будь ты тверже характером. Немедленно избавься от нее. Если ты этого не сделаешь, это станет ударом для Итико и детей. Это неизбежно. Вчера к нам приходила госпожа Цуботи. Итико? Да. Господин Симамура – преподаватель. Он женатый человек с двумя детьми. С вашей стороны это будет большой ошибкой. Это не ошибка. Он для меня все. Моя игра, моя жизнь, моя любовь. Я не могу даже дышать без него. Я мучила себя, боролась с собой. Я старалась, но это так неправильно. Это ужасно несправедливо. Тем более, если речь идет о жизни и смерти. Общество этого не примет. Оставьте его.
Нет, ни за что. Оставьте его, иначе мне придется вас выгнать. Простите. Надо поговорить. Подожди снаружи. Прошу, не стесняйтесь. Присаживайтесь. Директоры школы беспокоят слухи, что ходят по школе среди учеников. Будет лучше, если вы не будете делать новых постановок. Вы согласны? Иначе ваша репутация погибнет из-за этой женщины. Когда-то я тоже любил поразвлечься. Давайте я вас куда-нибудь свожу. Отвлечетесь. Разрешите? Угощайтесь. Благодарю. Я научу его правильно развлекаться. Господин Симамура слишком серьезный. Ты прав. Почему бы вам не сходить в чайный домик и не отдохнуть? Учитель, что вы им сказали? Что они вам говорили? Скажите мне. Разное. Я наконец-то поняла, что значит жить. Мне все равно, что скажут люди. Я не отступлюсь от своего счастья. Я отказываюсь жить во лжи. Я скорее умру, чем брошу вас. Так и скажите им. Прошу вас, так и скажите. Умоляю. Скажите им. Скажите. Мацуи. Простите. Простите. Я уйду из общества искусств и уволюсь из школы. Я покину семью. Кто там? Кто это? Харуко? Харуко, подожди. Зайди, прошу тебя. Заходи. Да. Садись.
Прости, что причиняю тебе столько хлопот. Свадьбу пришлось отменить? Ты меня ненавидишь? Нет. Я не стану обижаться. Если он отменяет свадьбу из-за меня, то он тебя просто недостоин. Я хочу, чтобы ты вышла замуж без любви и бремени верности. Я верю, что так будет лучше. Харуко, я уверен, однажды ты встретишь подходящего мужчину. Я никогда не выйду замуж. Я останусь одна. Наша семья распалась. Мама. Простите, но я ухожу из этого дома. Ты уходишь? Это возмутительно. Итико, что на него нашло? Он не хочет поступать правильно. Ему наплевать на нас. Что тебя так изменило? Что с тобой? Ты забыл про свой долг перед нами? Я никогда этого не забуду. Но я не могу поступить иначе. Итико, береги детей. Ты бросаешь нас и еще смеешь говорить такое. Я пришлю вам денег. Вот моя печать. Прошу. Это все. Берегите себя. Отец. Я плохой отец. Однажды, когда ты вырастешь, ты меня поймешь. Отец. 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 Стой. Симамура. Мацуи мне все рассказала. Ты понимаешь, что вам не дадут быть вместе? Ты готов стать объектом насмешек? Готов? Накамура, я лишь хочу быть честным. Ты человек искусства. Ты не знаешь мира.
Тяжело бороться с мнением людей. Это очень тяжело. Я знаю. Хорошо, я тебе помогу. Знай это. Ты мне поможешь? Но как? Я попрошу своего друга. Не волнуйся, все будет хорошо. Прошу тебя, беги. Я позабочусь о твоих учениках. Обещаю тебе. Это так неожиданно. Я удивлена. Берегите себя. Спасибо. У тебя был такой успех в театре. Пиши нам. Конечно. Будем прощаться. Душой я буду с вами. Давай помогу. Какая красивая луна. Я все думал о твоей первой постановке спектакля. Эта сцена была прекрасно написана. Платон и Аристотель. Прямо как мы с тобой сейчас. Да, мы должны много работать. Хотя бы ради будущего. Но в то же время нельзя не учитывать и мой возраст. Я дрожу от холодного ночного ветра. Давай-ка выпьем при луне. Господин Субботи. Да? В чем дело? Симамура. Простите. Но оставаясь здесь, я лишь обманываю себя. Я ни при каких обстоятельствах не должен сворачивать со своего пути, несмотря на всю тяжесть последствий. Прошу вас, дайте мне уйти. Прошу вас. Ты и правда думаешь, что я это позволю? Заявление об увольнении — это возмутительно. Как ты можешь? Как ты можешь? Прошу меня простить. Мацуй. Неужели ты не понимаешь, что я чувствую? Куда же ты? Простите, это все из-за меня. Мы честны перед собой. Мы построим с тобой новый театр. Мы назовем его «Театр искусств». Я соберу лучших актеров. Я создам самую современную актерскую школу. Да,
На этом пути нам придется преодолеть много трудностей. Тебе будет еще тяжелее, чем мне. Ты готова к этому? Да, пока ты со мной, все будет хорошо. Будем идти рука об руку, что бы ни случилось. Да. Прошел всего год с основания Театра искусств, а его положение уже шаткое. Это так глупо. Это элементарная основа театральной школы. В чем дело? Держите себя в руках. Савада, я все понимаю. Но иначе нам конец. Нам просто придется закрыться. Нам необходимо чем-то пожертвовать ради нашего будущего. Нам нужен новый замечательный театр, чтобы вставить красивые спектакли. Нам нужно заработать денег для театра искусств. Вас действительно волнует только искусство, учитель? И вас заботят будущие труппы нашего театра? Не лучше ли пока закрыться, чем ставить ужасные спектакли? Послушайте, разве так важно сделать госпожу Мацуи знаменитой? Если тебе не нравится, можешь уходить. Вперед! Думаете, мне все нравится? Один нетерпеливый актер может испортить мне всю игру. Да я одна могу держать весь репертуар театра. Довольно. Савада, я прекрасно тебя понимаю. Что-то надо делать. Нам скоро играть в воскресенье. Тогда прощайте. Погодите. Постойте. Куда вы? Нам лишние люди не нужны. Весь театр на мне. Я непосредственность, я популярна. Поэтому весь репертуар держится на мне. Какой нахал. Ни стыда, ни совести. Учитель, мы ведь справимся. Давайте продолжим репетировать. Я смогу и без них. Я спою, как Магда. Я всех покорю своим пением. Так, репетировать и еще раз репетировать. Имперский театр. Я что-то слышу. Какая чудесная теплая ночь. Подойди ко мне. Давай же. Пришла весна. Ты слышишь журчание ручья? Наконец-то пришла весна. Вот уже и птички поют. Я бы хотел стоять здесь с тобою вечно. В полях люди. Они пришли на пасхальный праздник. Они поют. Если загадать желание во время песни, оно исполнится через год. Спой мне. Давай вместе загадаем желание. Тетушка может проснуться. А мы споем тихонько. Прошу тебя, спой. Ладно. Любовь моя, мне так горько покидать тебя, прежде чем снег растает.
я загадаю желание. Это принесет нам радость. Есть еще одна пасхальная традиция – поцелуй. Сегодня все равны. Чужих можно целовать только в бровь. Тогда я поцелую в бровь. Нет. У тебя красивые тонкие брови. Нет, только не в брови. Делать. Нет, нет, я заклинаю вас. Нет, я вас умоляю. Сумако Мацуи. Она такая красивая. Это же Сумако, правда? Точно. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. Сумако Мацуи и театр искусств. Неудивительно, что я стала хуже играть. Разве здесь можно выспаться? Каждый день на новом месте. Это ужасно. Мое кимоно. Ты слышал сегодня? Ребенок все плачет, а крестьяне смеются. Как я могу играть в такой обстановке? Разве здесь можно творить искусство? Понимаю, это тяжело. Но это тяжело для всех. Твоя игра не должна от этого ухудшаться. Это все ты виноват. Взял нас на гастроли и не даешь работать. Все не так просто, как ты думаешь. Эти гастроли имеют огромное значение. И я верю в успех. Можешь рассчитывать на лучшее. Я хочу сыграть в серьезной пьесе. Больно смотреть на то, как ты работаешь. Я мечтаю о сцене для репетиций, где я могла бы
проявить себя полностью. Накамура сейчас в Токио. Он все устроит. Не терпится увидеть. Наконец-то у нас будет свой театр. Но он не такой, как вы ожидали. Неважно. Главное, есть где репетировать. Это чудесно. Пусть он небольшой, но это хорошее начало. Не будь эгоистом. У тебя не было денег построить сцену. Не думай, что все принадлежит тебе. Ты не один. Но не надо выставлять его на аукцион. Здесь почти все принадлежит мне. Я ввязался в это не из-за праздности. Ты вышел из бюджета. Оборудование успело подорожать вдвое. И что с того? Заплати мне разницу за этот месяц. Иначе я выставлю это место на аукцион. Я не хочу нести убытков. Не поможете? Оставьте здесь, тут хрупкие вещи. Нам еще столько нужно сделать. Что такое? В чем дело? Нам снова придется ехать на гастроли. Неужели опять? Отправляемся через пару дней. Так и быть, поедем. Ты не против? Нет. Нужно подписать контракт. Подготовьте его. Завтра Пусан, потом Сеул. Так мы проедем по всей Корее, по берегу реки Елу. Какое путешествие! Затем Харбин, Чосон, Хотэн и, наконец, в конце года приедем в Тайрен. Мы будем отмечать Новый год в отеле. Какая жалость. Когда уже мы будем отмечать Новый год в своем театре? Придется еще подождать. Тайвань, Корея, Маньчжурия. Долго это будет продолжаться? Это ради театра искусств. Что вы носы повесили? Пока все идет не так гладко. Но у нас все получится. Однажды нас пригласят в известный театр. Я в этом уверена. Мы обречены на успех. Ведь так? Учитель, учитель! Как она? Я снова с вами. Видела сон? Мне приснилось, будто я на гастролях. И они не заканчивались. Они все продолжались и продолжались. Это все жар. Не волнуйся. В следующем месяце мы выступаем в театре Мэйдзи. И это не сон. Это правда. Эти гастроли и вправду сильно затянулись. Время получить награду за наши труды. Мы покажем зрителям нашу игру на большой сцене. Актеры театра Кабуки не принимают нас всерьез. Но им не видать нашего успеха. Мы станем известными. Я буду блистать ради театра искусств. Вот увидишь. Не сомневаюсь. У меня даже есть для тебя подарок. Какое красивое кольцо. Ты сам выбирал? Конечно. Оно необыкновенное.
Завтра же начну репетировать. Тебе нужно отдыхать. Все нормально. Это всего-навсего простуда. Я буду дерево или трава? Если сестра меня ударит, я это проигнорирую. Учитель, что с вами? Как самочувствие? Что случилось? Ничего. Просто мне холодно. У тебя жар. Ты, наверное, заразился от меня. Давай закончим на сегодня. Нет. Пойдем отдохнем. Нет, репетируем дальше. Прошу прощения. Продолжайте. Как скажешь. Давайте. Боже, я так рада видеть улыбку на ее лице. Она так счастлива. По-моему, я слышу голос ее любовника. Кровь. Все хорошо, успокойтесь, это не кровь. Это просто жук. Стоп. Не будем забывать, что Изабелла, она... Учитель, учитель, что с вами? Позовите врача, быстрее. Позовите врача. Он поправится, ничего серьезного. Вы так и будете друг друга заражать. Ну что вы. Ты читал пьесу, поставь ее за меня. Я уверен, ты справишься. С ней может быть непросто. Для меня это большая честь. Я сделаю все, что смогу. Я постараюсь. Правда? Благодарю. Представь, что он — это я. И покажи все, на что ты способна. Я сделаю все, что в моих силах. Не бойся спросить у него совета. А лучше не у меня. Я слышала, как лошадь плачет в лесу. Она уже проснулась. Она встала. Скоро она придет. Доктор, вы слышали? Кто-то пел. Какая чудесная песня. Это вам приснилось. Когда я пришел, вы крепко спали у окна. Так спокойно, безмятежно. Вы так крепко спали. Госпожа Мацуэ, мне надо вам сказать. Ватари, нельзя вот так врываться. Простите, только что звонили, сказали, что учителю стало хуже. Я переживаю. Это так? Прошу вас. Почему вы сразу не позвонили? Да, я уже бегу. Я бегу. Наймите мне рикшу. И побыстрее. Быстрее! Боже, где он? Сюда. Проходите. Как он? Ему сделали укол.
Мои соболезнования. Нет. Нет. Учитель, учитель, слишком поздно. Господин Накамура. Он покинул нас в самое тяжелое время. Я вверг его в пучину страданий, чтобы помочь ему с его театром, чтобы он смог жить честно. Я верил в него. Я верил, что он способен на многое. Я верил в его театр и в его талант. Теперь нашим надеждам не суждено сбыться. Прибыл господин Цуботи. Как долго он болел? Всего пару дней. Простуда. Мы сначала думали, что ничего серьезного, но оказалось, что у него была пневмония. Все произошло так быстро. Какая жалость. Накамура. Мне очень жаль. Несмотря на его увольнение, я надеялся, что мы снова с ним еще увидимся. Я был уверен, что когда-нибудь он совершит нечто великое. Кто бы мог подумать, что все закончится именно так? Наши соболезнования. Спасибо, проходите. Спасибо. Очень жаль. Прошу вас. Прошу. Господин Накамура. Господин, как вы? Понятно. Все понял. Сумака, пойдем.
придет много людей. Ты должна держать себя в руках. Поняла? Госпожа, простите меня. Я ужасно с вами поступила. Вы ни в чем не виноваты. Это моя вина. Сумака, нельзя просто уйти. Все меня презирают. Никто в меня не верит. Мы 7 лет жили душа в душу. А теперь люди избегают меня. Я ведь не была его законной женой. Но что бы ни говорили, я была его настоящей женой. Прошу прощения, учитель. В чем дело? Пройдемте. Вам надо переодеться. Нет, я его не оставлю. Не глупите. Это первая ночь. Мы должны пойти в театр. Все, пойдемте. Я не могу оставить его одного. Он был бы против. Что бы ни произошло, он хотел, чтобы мы продолжали играть в театре. Он был бы очень опечален. Я не могу. Я не могу играть без него. Похороните меня вместе с ним. Я уже мертва. Я все равно мертва. Не говорите ерунды. В чем дело? Просят, чтобы ее похоронили вместе с ним. Вы не должны сдаваться. Прошу вас, соберитесь. Ваши коллеги, которые раньше не верили в ваш успех, теперь изменили свое мнение. Когда я попросил их выступить вместе с театром искусств, они все с радостью согласились. Они были рады этому предложению. Это же замечательно. Но разве вы не возненавидели меня? Что вы? Я вам благодарен. Благодарен за то, сколько трудов вы вложили в новый театр. Это все благодаря вашему таланту. Новый театр в долгу перед вами. Мы все перед вами в долгу. Но и вы в долгу перед ним. Прошу вас. Не теряйте веру в себя и играйте на сцене ради будущего театра. Пока Синамура был с нами, многие, к сожалению, думали по-другому. Давайте же вместе исполним мечту нашего учителя. Все согласны? Да. Видите? Судьба театра и искусств теперь в ваших руках. Да, я пойду в театр. Смотри внимательно. Неужели ты не видишь? Он стоит прямо перед тобой. Вот он. Кто? Кто там? Кто там?
Это твой брат. Разве не видишь? Смотри внимательно. Что привело его сюда? Зачем он приехал? Он приехал ко мне? Должно быть, он приехал ко мне. Да, ко мне. Но он не мертв. Он не мертв. Он просто заснул у меня на руках. Он просто заснул. Заснул и больше не проснулся. Когда я обняла его, то кровь в его жилах еще остывала. Теперь его тело стало таким холодным. Холодным, как лед. И таким тяжелым, словно статуя из металла. И вот передо мной лежит труп. Он не слышит и не видит. Он уже никогда не вернется к жизни и ко мне. Передайте его матушке, чтобы она не держала на меня зла. Прошу вас, положите и меня в его гроб. Похороните меня вместе с ним. Я искупалась в его крови. Вся его жизнь теперь во мне. Он во мне. Я это чувствую, сестра. Браво! Восхитительно. Разрешите? Ваша игра была столь правдивой, что я забыла свой текст. Невероятно. У меня слезы лились ручьем. Потрясающе. Критик из Мияко сказал, что он в жизни еще не испытывал таких сильных эмоций, как после вашей игры. Он просто не может отличить игру от реальности. Примите искренне наши поздравления. Я уверен, что Симамура был бы вами очень доволен. Этот критик так сильно переживал. Вы сыграли так чисто, что это не было спектаклем. Это было расширением реальности. Я был восхищен. Добрый вечер. С возвращением. Ужин готов. Вам принести? Я не голодна. Вы должны поесть. Как прошел спектакль? Скажи. Не.
Я хорошо играла. Я словно потеряна. Я хорошо играла. Ответь мне. Скажи мне. Я хорошо играла? Учитель. Учитель. Кармен, мне пора возвращаться. Кармен, прошу, отпусти меня. Я не могу пренебрегать своим долгом. Ну и пожалуйста, убирайся. Я чувствую себя такой глупой. Почему? Несмотря на все мои чувства, он по команде сержанта уходит. Скатертью дорожка, возвращайся к себе. Оружие не забудь. Вот. Лови. И шляпу. Твоя сумка с патронами. Постой. Не будь так жесток. Я не хочу уходить. Я никогда никого так не любил. Тебе пора, а то опоздаешь. Смотри, получишь неприятности на свою голову. Давай, беги. И это ты называешь любовью? По-твоему, я лжец? Выслушай меня. Зачем? Постой. Ты же опоздаешь. Выслушай меня. Не хочу. Постой. Вы так меня не убьете. Вы так думаете? Конечно. Вы уверены? Вы должны этого очень хотеть. Всем сердцем. Попробуйте. Хорошо. Хорошо. Нет. Нет, не так. Разве так убивают человека? Это, по-вашему, убийство? Все не так. Вы должны этого очень захотеть. Убейте меня. Нет. Не хватает напряжения. Так меня не убьете.
Нет, нет. Болван. Какой болван? Смотрите, вот он. Он победил, победил. Браво. Браво. Куда ты? Думала посмеяться надо мной. Ты никуда не пойдешь. Отпусти меня. Отпусти меня. Кармен, прошу тебя. Ты хочешь убить меня или отпустишь? Да ты не пойдешь со мной? Ты меня бросаешь? Кармен, что происходит? Я же говорила. Я вольная птица. И останусь такой, покуда жива. Забирай свое кольцо. Что? Браво! 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 Алло? Госпожа Мацуи скончалась. Да, Сумаку Мацуи. Сегодня утром. Поговорим позже. Отмените спектакль. Она покончила с собой. В любом случае, да, понимаю. Да. Да, так и сделайте. Да. Как она ушла из жизни? Перерезала горло? Нет. Отравилась? Нет. Значит, она... Да, она повесилась. В какое время? Актеры нашли ее сегодня утром. Где? В кладовой. Какова была причина? Мы не знаем, зачем она это сделала. Кармен имел такой успех. В театре нет никаких проблем. Она оставила записку? Я не знаю. Подождите. Без своего наставника в театре и в жизни она потеряла веру. Я бросил ей вызов, надеясь, что она даст отпор. Она не должна была умереть. Но они открыли дорогу новому театру. Они заложили основу, на которой
начнется великая эра нового театра. Конец фильма. Фильм озвучен студией Инис по заказу видеопортала ivi.ru.